И всем пушистый приветик, и я думаю, уже все знают, что хэллоуинское обновление в Adobe Me уже убрали. Но я заранее для вас сняла последнее, так сказать, видео с этим обновлением, и сегодня мы будем тратить 112 тысяч конфет, и я сделала обзор абсолютно на все вещи и на всех питомцев в этом обновлении. Так как они еще не поднялись в цене, у вас есть возможность их получить. Итак, сейчас я сделаю обзор абсолютно всех вещей и всех питомцев, которые здесь у нас есть. Но получить вы можете их через трейды, так как они еще особо не ценные, и сделать это может фактически каждый. Но это обновление было очень крутое, и сейчас я сделала обзор на все вещи. А в конце видео будет трата конфет и открытие боксиков. Итак, первая вещь, с которой мы начнем, это вот такой легендарный транспорт за 75 тысяч конфет. И сейчас я вам покажу, как же он у нас выглядит. И вот так вот он у нас выглядит. Ночью он вот так красивенько светится, да и днем, в принципе, видно его свечение. И когда на нем едешь, за ним остается вот такая неоновая полоса. Сейчас я вам покажу всех питомцев, ну вот которые рядом со мной. Первый Эйвил Василиск за 60 тысяч конфеток. Следующий это вот эта трехголовая легендарная химера за 110 тысяч конфет. Третий питомец лавловый дракон за 1000 робуксов. Он очень крутой и красивый, с него круто стекает лава. Следующий слизняк за 9 тысяч. И обычный василиск за 25 тысяч конфеток. Ну а сейчас будет обзор абсолютно всей хэллоуинской одежды. Первая это у нас шапочка за 1500 конфет, вот так она смотрится на питомце. Далее легендарная одежда, вот такая луна за 10 тысяч конфет, она очень маленькая, но смотрится прикольно. Дальше вот такая тиара за 850, несмотря что она дешевая, она очень эффектно смотрится. Сейчас я пропущу пока что вот эти предметы, покажу вам остальную одежду, ну а затем мы к ним вернемся. Вот такая шляпка камоновская за 450 конфет, очень мило смотрится на питомцах. Далее вот такой вот ультрарарный рюкзачок. И вот такой вот ультрарарный черненький рюкзачок, очень похож на первый. И последняя самая дешевая одежда за 300 конфеток, вот такие сережки в виде леденцов. Ну а мы возвращаемся к этим предметам, и здесь у нас есть два питомца. Первый это Эйвил Чикатрис за 45 тысяч конфеток. Очень прикольный питомец, и у него светятся глазки без создания неона. Далее вот такой обычный Чикатрис за 15 тысяч конфеток. Очень прикольный питомец и красивенький. Далее у нас идет легендарная игрушка за 12 тысяч конфет. Выглядит очень прикольно, такие прикольные зубки. Следующая игрушка у нас за 3000 конфет, и она у нас идет как погремушка. И следующая игрушка за 700 конфеток всего лишь, вот такая для питомцев. Далее у нас идет вот такой вот транспорт за 15500 конфеток, он у нас редкий, и сейчас я вам покажу, как же он у нас выглядит. Вот так вот он у нас выглядит, и мы катаемся на нем вот так вот. Следующий транспорт у нас идет вот этот очень милый мотоцикл-единорог за 23 тысячи конфет. Он ультра редкий, и вот так вот он выглядит на деле. Ну а сейчас я вам покажу абсолютно всех питомцев, которые у нас выпадают из этих боксиков, которые стоят 14 тысяч конфет. Вот такой вот редкий призрачный волк с самым большим шансом выпадения. Вот такой ультра редкий с средним шансом. И легендарный лава-волк вот с таким эффектом лавы, и он у нас светится. Дальше идут вот эти питомцы. Первый питомец за 35 тысяч конфет, редкий мул. Он такой маленький, поэтому я вам покажу его в райде. И, кстати, на нем одета вот такая вот одежка, которая у нас остается в инвентаре после покупки. Ну а дальше идет питомец, единственный, которого я не смогла раздобыть для этого видео. Но, в общем, он у нас легендарный и вот с таким вот эффектом. Он очень прикольный, я надеюсь, вы меня простите. Ну а следующий вот такой вот легендарный питомец за 150 тысяч конфет. Такой рыцарский конь, очень прикольный питомец.
Далее у нас идет еще немножко игрушек. Вот такой редкий пропеллер за 5000 конфет. Вот такой вот шарик за 1250, на котором можно попрыгать. Далее очень прикольная коляска за 4000 конфет. И она выглядит как вот такой магический шар. Очень крутая. Далее идет шарик за 2000 конфет, и он анкомоновский. И самая дешевая вещь — это вот такая погремушка за 500 конфет. И последняя вещь в нашем обзоре на сегодня — легендарный транспорт за 63 тысячи конфет, а именно вот такой вот крутой самолет. И также этот самолет имеет 3 разных трюка. Ну а мы приступаем к трате конфет. Но сейчас я буду тратить все свои 112 тысяч конфет под ноль. Для начала я купила и открыла 2 бокса с волками, и мне выпали 2 редких гост-волка. Купила один на будущее, купила также вот этого обычного Василиска за 25 тысяч. Далее покупаю вот этих вот мулов на неонку, пока 1 штуку. И еще слизняка за 9 тысяч. Ну, я купила еще раз вот такую тиару, хоть она и у меня есть, но она недорогая, и она мне очень нравится. И еще купила вот такую очень прикольную шляпку, и, кстати, она идет нашему слизняку. Ну, на этом было все видео, и пришло время прощаться с этой хэллоуинской обновой. Спасибо огромное вам за просмотр, и всем пока! Теперь ваши подарочки.